такая вот красотка на снасточку из мертвой рыбки. Вот так вот она ее растрепала. Вот так вот. Такая красавица. Красота. Утро. 28 июля. Я на водохранилище выехал ловить щуку. Вот такая вот красота. Так вот выглядит водохранилище. Вон там моя машина. На стоянке 1, 2, 3, 4, 5, 6 машин, в том числе и моя. Вот такая вот красота. Канал пересох. Когда-то по весне здесь воды по шейку. Вот он берег. Вот отсюда буду сплавляться. Экзотика.
Вот такая красотка. У нас насточку из мертвой рыбки. Вот так вот она взялась. Шапшуга, 28 июня. Вот ловлю вот таких вот чудесных щук. Вот так вот выглядит шапшуга. Это у меня уже 6-я щука. Ну, 2 отпустил мелких, а таких вот зачетных, ну, даже есть побольше. Взял на котлет. Вот такая красота. Лето. Вот так выглядит сейчас шапшуга. Закончил я рыбалку, жара, первый час, вот мой улов, вот такие вот щучки замечательные, 4 штучки, 2 или 3 отпустил, вот это вообще классно, шикарно, и 1 хорошая щучка сошла, ну, в общем, вот моя лодка. Моя машинка, вот она, шапшуга.